Ребята, всем привет, с вами Нюкем. И смотрите, в каком дорогом районе я нахожусь. Тут офигеть, какие мажорные тачки. Всякие Ламборгини, Бугатти. Пипец, но самое главное, то, ради чего я пришел, это вертолет. Смотрите, это Робинсон. И да, как вы поняли, я не настолько богат, чтобы здесь жить. Но папа подарил мне радиоуправляемый вертолетик. Смотрите, и это тоже классно. И вот я сюда пришел помечтать, чтобы как будто у меня вот такой огромный вертолет, но он у меня, разумеется, поменьше. Сейчас мы с вами его достанем. Так, где он у меня? Ага, вот. Так, садимся. Вставляем. Опа! Ну как вам? Смотрите! Нифига себе! Это же... Ла Феррари! Ребята, охренеть! Это самая дорогая Феррари на свете! Вот это да! Смотри... Ой, здравствуйте! Какая у вас машина офигенная! Блин! Да, офигенная! Вот очень это крутая. Да! Я только сегодня ее купил, вот поехал обкатать, показать всем тут. Ого! Насколько тут крутые парни живут! Ну, они вот эти наверное, у вас очень много денег. Ну, смотрите, смотрите. Да, у меня тоже есть кое-что прикольное. И такого же цвета. Вертолетик! О, красный вертолет! Ничего себе, дорого он стоит! Офигеть! Крутой вертолет, на самом деле. Я не думал, что ты такой богатый. Будем друзьями. Подождите, не этот. Сейчас, секунду. Сейчас покажу. Сейчас. Секунду. Че? Вот он! А? Смотрите, вот, видите? Я думал, у тебя вот тот вертолет сверху, который... Нет, конечно. Игрушки? В смысле, это вертолетик тоже хороший. Он, видите, как ерунда. Умеет? Нет, это не ерунда. А ты не здесь, что ли, живешь? Не в этом доме? Нет, я не здесь живу. Так, что-то... Блин. Ты случайно не... какой-нибудь нищеброд, а? Батарейки, походу, кончились. Сейчас, секунду, подождите, извините, пожалуйста. Что-то с ним не так. Сейчас, секунду, подождите, разберусь. Не понимаю, почему-то не работает. Слушай, хочешь, я тебе прикол покажу, пацан, а? А, вы разбираетесь в такой технике? Можете, пожалуйста, починить? Да, разбираю. Ага. Ну, давайте, я только за. Только прикол сейчас я сначала покажу, давай. Давайте. Ну всё, отлично. На Феррари? Да, на Ла Феррари. Сейчас покажу. Дрифт? Давайте. Так, смотри. Всегда мечтал. Сейчас, подожди, задом сдам. Вау. Офигеть. Какая она классная. Блин, ребята, посмотрите. Вот это да. Такая машина. Сейчас дрифтанет, смотрите. А, блин! Ты все уничтожил! Сволочь! Ребята, он папин подарок убил. Он его сломал, и вертолетик, и станцию управления. А, тварь, я тебя найду. Гад, я тебе отомщу. Ну что, ребята, нашел я, где этот гад живет. Вот его особняк. Где-то там он шастал, его в окне было видно. Сейчас, небось появится скоро. Да. Вон, красноголовый ублюдок. Ну что ж, ребята, я решил, что нужно следовать принципу око за око, как меня учил мой батя. И смотрите, еще один очень интересный момент. Давайте аккуратно, чтобы не спалиться. Я нашел, где он хранит свою машину. За дофигелиард долларов. Не знаю, сколько точно она стоит, знаю, что больше, чем мой вертолетик. И наверняка ему тоже будет обидно ее потерять. Но только я не собираюсь ее уничтожать. Нет, я не такой ублюдок. Но сейчас самое сложное, это как мне туда забраться. Ой. Ходит там. К сожалению, ребята, мой папа сейчас в тюрьме, но до того, как он туда попал, он успел меня кое-чему научить. Много чему. Так. Все, он пошел домой. Я, разумеется, до того, как вас позвать, маленько разведал обстановку. И самое плохое, это то, что у него дома личная охрана. Да, вон видите, там ходит такой бугай здоровый в черных очках. Это самая большая проблема.
Ну, не такая проблема, чтобы я сдавался. Итак, побегав маленько вокруг дома, я нашел небольшую, но фатальную для этого мажора брешь в ее защите. Это пожарная система. А если точнее, то пожарная лестница! Да, ребята. И прямо сейчас мы начинаем нашу месть, потому что время, ребята, не ждет. Мы убедились, что никого там нету, никто за нами не палит. И по-быстрому перебираемся через забор. Так, забираемся, уничтожаем улики и все, прыгаем. Так, никого нет, никого. Все, лезем. Быстрее, 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 быстрее. Отлично, мы на крыше. Так, присядем, чтобы никто нас не увидел. И маленько покушаем. Потому что перед грандиозным ограблением нужно подкрепиться, чтобы урчащий живот меня не выдал. И также аккуратненько находим вентиляционную шахту. Отлично. Ой, так, где это я оказался? Но, во всяком случае, если что, дышать мне есть чем. Так, ну что ж, попробуем открыть заслонку. О, отлично. Просто шикарно. Ну что же, посмотрим, никто ли меня тут не палит. Самое главное, не попасться на глаза охране. Это самое-самое-самое главное. Ну, вроде чисто. Что ж, диван должен смягчить мое падение. Замечательно. Все. Взяли консерву, можем еще маленько покушать. Все. Теперь... А, вон охранник, видите? Главное не попасться ему на глаза, помните? Поэтому ложимся. И на карачках аккуратно... Ой! Кот! Так, блин! Опять этот красноголовый. Ну, главное, чтобы кот меня не выдал. Так. Что ты сисюкаешься с кисой? Ты ее не заслуживаешь. Коты лучше, чем мажоры. Нифига себе! Ой, охранник. Блин, ну, он, конечно, не так уж и плох, но я-то знаю, что он сволочь. Потому что, чтобы быть хорошим человеком, нужно любить не только котов, но и остальных людей. Так, ну-ка даже уже свалит он. Так, 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 аккуратно. Никого нет? А, лестница наверх. Что ж, а пойдемте сходим. Быстро, быстро, быстро. Так, никого тут нету? Чисто. А тут? Чисто. Охранник. Ну что ж, а мы проползем. Это очень хорошее место. Хорошая позиция отсюда. Так, вон красноголовый побежал туда. Видимо, там лестница на второй этаж. Понятно. А мы аккуратненько пошаримся вот в этом столике. Так, и что мы тут можем найти? Опа, документы. Ну, на них плевать. Главное, это ключик. Все, берем ключик и снова на карачке. Так, кот, блин! Походу, кот тут самый лучший охранник. Заметил, не заметил? Ладно, пока он занят консервами. Стоп! Так этот гад издевается над котом! Он же знает, что кот не сможет открыть консерву. Ай, ну ничего. Мы ему отомстим, котик. Так, где там охранник? Где он? Вот, охранник. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Охранник пройдет, и потом мы выбегаем. Аккуратно. Аккуратно. Осторожно. Так, ну тут свет выключен, поэтому мне должно быть плохо видно. Все. И теперь... Ай-яй-яй-яй! Фух, из-за кустов не спалил вроде. Где этот гад? Так. Уходи, давай, уходи. Быстро за кусты! Быстро за кусты! Ай! Пролезли? Все. Сидим тут. Так, так, так. Ну чё, гад? Вот, идет он, идет. Так, видите? У него, походу, есть какой-то путь обхода. Обхода помещения. И он обходит его против часовой стрелки. Получается, у меня есть немножко времени, но я буду просто следовать за ним. Так, он заходит за угол. Бежим, бежим, бежим. Так. А, вот, гараж! Блин.
Закрыто, все закрыто. Так, стоп. А вы видите? Люк! Отлично. Шикарно. Просто шикарно. Консервы. Все внимание на охранника. Так. Замечательно. Давай, 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 давай. Иди, иди, иди. А мы пока пошарим здесь. Так, за диванчиком. Он что, обратно идет? Так, тут какая-то дверь. Он обратно идет. Так, успею убежать или нет? Ай! Блин, блин, блин! Фух! Пронесло! Так, он ушел. Да! Пошел обратно. Видите, как он странно ходит? Ай, сейчас у меня будет, походу, всего лишь... Да, секунд 10! Ой, блин! Зараза! Ты куда пошел? Сейчас он оттуда пойдет. Так, закрыто! Ай-яй-яй-яй! Бежим наверх! Закрываем дверь! Ты не ешь! Блин, сейчас нас спалят! Ты не ешь, я тебе выдал консервы! Ай, где бы спрятаться? Где бы спрятаться? Так, давайте! Тут все, блин! Походу я в ловушке! Так, давайте сюда! Вот, отлично! Ладно, пойду спать! Фух! Чё-то я устал... Так, он бежит туда! Сейчас он поднимется наверх! А там охранник! Блин, что же делать? Прыгаем! Ох! Котик, только не сдавай меня. Только не сдавай меня, пожалуйста. Я твой друг. На консерву. На кошачьи мяты. Вот, хорошо? Так, охранник. Блин, ребята, это очень, очень рискованно. Быстрее, идем. Так, нам надо наверх. Да? А, или туда пошел этот гад. С красными волосами. Осторожно, Люким. А, он спит. Ха, идиот. Так, стоп. Это что такое? Ну-ка. Так. Я вижу там сейф, но как туда залезть? А, вот тут можно рукой поддеть. Ну-ка. О, отлично. Ну-ка, смотрим, что там есть. Нифига себе, пистолет! Не. Я не хочу там отпечатки пальцев оставлять. Лучше закроем. Это нам не нужно, это нам не нужно. Нам нужно кое-что другое. Так. Аккуратно по ковру идем, как учил меня отец. И тихонечко. Пробираемся в спальню к этому идиоту. Ну что ж, я против насилия, я абсолютно против насилия, но я за, как бы, как-то говорят, отплатить по счетам, да, я хочу отплатить по счетам. И давайте посмотрим, что у него тут есть. Отлично, опять какое-то оружие, его я трогать не буду, зато я взял ключи от машины и карточку. Отлично. Но интересно, зачем ему ключ? Ну что ж. Ой! Ух! Блин, ребята, чуть не спалился. Чё за звуки были? Так. Что? Пора валить! Оп! Фух! О. Так, где охранник? Так. Где охранник? Охранник! Успел! Как там, тихо все? Молчи! Я слышал какие-то звуки! Ладно, кажется, показалось. Ребята, блин, страшно. Страшно. Ух. Фух. Так, он ушел? Так, ребята, у меня совсем мало времени. У меня совсем мало времени. Нужно быть очень осторожным. Так. Блин, это прямо игры кошки-мышки. Быстрее, Нюким. Вот, молодец. Сейчас он должен пойти туда. Против часовой стрелки. Давай, ага, молодец. Вот, красава. Давай, ну давай, дальше иди. Вот, отлично. Так, быстрее. Карточка. Ага. О, отлично. Ух, я вошел. Так. А что это тут такое, блин? Сейфы? Ну, неудивительно, что тут доступ по карточке.
Так, ну давайте посмотрим, что тут есть. Закрыто, блин. А, видите? Желтый знак. Ну-ка, надеюсь, подойдет. Точно! Ого, блин! Так, ну патроны, оружие мне не нужны. А вот деньги, пожалуй, я возьму. Да, деньги мы возьмем. А тут что? О, тут еще больше денег! Замечательно. Просто шикарно. Так. А это что за люк такой? Блин. Я так не слезу. Ну-ка посмотрим, что тут есть. О! Смотрите. Нифига себе! Блин, да тут целая система. Ну давайте попробуем слезть. О! Так, какая-то странная полка. Нифига себе. Классно, давайте сейчас за собой закроем. Ай, блин! Так. Сейчас как бы аккуратно так. О, отлично. Все закрыли. Где это я оказался? Ничего себе, блин. Какие-то тайные проходы. Еще одна дверь. Блин, ну от этой двери у меня карточек нет. Ладно, пускай этот секрет останется секретом. Идем дальше, блин, где же я окажусь? Точно! Отлично, ребята! Идеально! Да! Есть! Ну что, осталась финальная часть моего плана. Так, что тут еще можно найти? Ну, инструменты нам не нужны. А, бензин! Замечательно. Так, что ж. Открываем гараж. И... заправляем машину. И... валим отсюда! Да! У-ху! Да, ребята! Сперли автомобиль! Ха-ха! Есть! Офигеть! Да! Круто! Ну все, валим! И теперь пусть этот идиот кусает пальцы! Потому что Ла Феррари теперь принадлежит мне!